Приветствуем всех трейдеров, и в данном видео поговорим о бесплатных сигналах от брокера бинарных опционов Quotex. И для того, чтобы использовать торговые сигналы брокера Quotex, необходимо иметь торговый счет. О том, как правильно, быстро и без ошибок открыть торговый счет как с регистрацией, так и без, вы можете узнать из нашего видео, ссылка на которое находится в правом верхнем углу. А мы же переходим к торговой платформе и к рассмотрению сигнала. Прежде всего необходимо авторизоваться на платформе, после чего вы сразу попадаете на торговый график, с которого можно сразу перейти к сигналам. Находятся сигналы на левой боковой панели и обозначается иконкой цели. Нажимаем на данную иконку и попадаем на панель сигнала. Здесь сразу можно ознакомиться с тем, что такое торговые сигналы от брокера Quotex. И стоит понимать, что торговый сигнал — это не прямая инструкция к торговле, а рекомендация аналитика. Сигнал не заменяет независимый анализ рынка и не гарантирует прогнозируемого исхода. Каждый сигнал имеет свое время, которое он актуален. По истечении этого времени котировки могут измениться и оказать неожиданное влияние на результат сделки. По итогу, на данной панели можно видеть абсолютно разные торговые сигналы. Также большим плюсом данных сигналов от брокера Quotex является то, что все из них можно посмотреть на истории, и при желании каждый из них можно самостоятельно проверить. Чтобы это сделать, необходимо выбрать нужный торговый сигнал, после чего нажать на него, и вас сразу перекинет на график нужной валютной пары или выбранного вами торгового актива. Точно таким же образом вы можете переключаться и на те сигналы, которые на данный момент актуальны. И для примера, если для вас подходит сигнал по криптовалюте Ethereum, то вы можете переключиться на нее, после чего сразу попадете на график эфириума. Для продажи серебра точно так же нажимайте на него, и вас сразу же перекидывает на нужный график, после чего можно совершать сделку. Если вы не знаете, как правильно начать торговать у брокера Quotex и как совершать сделки, а также как использовать индикаторы и графические инструменты, то обязательно посмотрите наше видео на эту тему, ссылка на которое находится в правом верхнем углу. Также обратите внимание на то, что каждый из сигналов сопровождается временем экспирации, которое необходимо использовать. Дополнительно указывается время, в которое появился данный сигнал. Еще раз хочется напомнить о том, что нельзя полагаться на данные сигналы как на Грааль. И лучше всего их начать использовать либо на демо-счету, либо же в подтверждение своим стратегиям. Если же вы хотите использовать только данные торговые сигналы от брокера Quotex, то обязательно придерживайтесь правил money management и risk management, которые помогут сберечь ваш депозит даже при долгой серии убыточных сделок. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал. И нажмите на колокольчик, установив в настройках уведомления на все видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!